объезжали платную дорогу, перекрытую, увидели свадьбу, решили зайти на свадьбу. Ну, на свадьбу уже как-то заходили в одном городе, так что сейчас сходим на сельскую, просто посмотрим. Будем, конечно, вести себя как два белых идиота. Hello. Hello. Здравствуйте, друзья! Как дела? Как дела? Наверное, Мэриет. В общем, поскольку событие для деревни это большое, что пришли два белых, то, наверное, мы стали центральным событием, которое запомнится всем участникам свадьбы. Честно говоря, не очень знаю, о чем с ребятами разговаривать, и, наверное, сейчас вот просто их всех пофоткаю и отплавлю. О чем они говорят, соответственно, я тоже не понимаю, поскольку вряд ли они говорят по-английски. Но думаю, что я побывал на свадьбе. О! Это, видимо, сидит. Поздравляем. Congratulations. Hello, goodbye. Всего хорошего. Долгой, счастливой, совместной жизни вам. Так, Екатерина, я поздравил. Алло, сэр. Я уже поздравил уже жениха. Вы вынуждены откланяться, наверное. Спасибо, до свидания. Все, пойдем. А, не, пойдем. И сразу возвращаемся к нашим тракторам. Пикаровым. Real India. Я могу ошибаться, но, по-моему, это свадьба. Короче, мы допросились, да? Чужая свадьба. Вот это все. Красиво. О. Мы не знаем, чья это свадьба. Кого сегодня женят здесь. Но люди празднично одеты. Все нам улыбаются. То есть мы, по крайней мере, не очень чужие. Вот это точно не невеста, но красиво идет. Здравствуйте. В общем, Катя, нас пригласили так-то на свадьбу, то есть мы как бы имеем право. А, да. Можно еще посмотреть, что в той стороне. Судя по осветительным приборам и по публике, наверное, здесь самое торжество будет происходить. Или произошло уже, мы не знаем точно. Так, Екатерина, мы посмотрели, да, на чужую свадьбу? Да. Можем возвращаться назад. Да. Дальше водочной джампур. Как это, что говорят, что желают в таких случаях? Что вы можете сказать? Совет да любовь. Точно. Совет да любовь. Раньше вот так спокойно никогда на чужие свадьбы я не заходил. Все-таки это, видимо, все-таки участь белого человека. Можно посетить в азиатских странах все что угодно, даже чужую свадьбу.
Ну, в Турции меня не пустили, кстати, туда спать, потому что живу. Ой, как мило все. Так, возвращаемся в этот кишащий, что бы это ни было, Джайпур вечерний.